Это же просто отдельное солнце сейчас в кадре. Так. Может быть, вот так просто снимать? Короче, привет всем, меня зовут Галинка, и мы идем в магазин. Вот так просто. Мы просто пошли в магазин. Я и Ванюша. Пока папа на работе. Ты так пойдешь? Мне кажется, что-то не хватает. Какой лифт будет, маленький или большой? Маленький. Давай, я большого жду и маленького. Типа и первый. Пойдем. Мы пришли в Мегу, мы пошли в Ашан. Как это называется, Ванюша? Котельки. Ну мы да, но вообще котельки. Сам будешь брать хлебушек? Ага. Давай. Давай. Что нам нужно? Что нам нужно? Кукунучку еще. Там для тебя гадит, я увидел. Мы будем готовить что? Обед. Борщик. Так, свекла, капуста есть, морковка. Пойдем выбирать морковку. Давай. Еще один на мой ленг. Давай небольшую. Да помыла, малыш. Ты у нас еще его не пробовал? Я уже не пробовал. Это грейпфруты, это лайм. Нам нужен лимон. Давай, выбирай самый вкусный. Что-нибудь витасит. Зеленые. Может, не надо? Надо! Ладно, бери. Давай один. Хороший, один выбирай. Кого мы ищем? Кукулюшку, бери кукулюшка. Так, вот так, так, так. Вот это. А, мы забыли филешки. Это же то самое? Yeah. У нас разбилась специальная посуда, которая прилагалась к блендеру. Для того, чтобы все взбивать удобно, была такая высокая узкая посуда. Мы никак не могли найти что-то подходящее, мы все еще в поиске. Сейчас уже просто в Ашане решили дать какое-нибудь временное решение. Ванюша выбрал, по-моему, идеально. Для блендера? Там блендера надо взбивать. Чтобы взбивать, да. Будет внутри. Должно подойти, по крайней мере, пока. Великий и могучий Ашан. Мы чуть было не ушли без главного. Сметана для борща, это прям как соль. Вот они, вот у нас. Ты клади. Мы уже вышли из Ашана, кое-кто даже уже подкрепился пюрешкой. И пойдем на другом кресле посидим. Все, отдохнули, пойдем. Какой-то пожилой дядя
очень активно строил глазки Ванюше. Очень сильно засмущал. Не только Ваню. О, смотри, какая милая штучка. У нас типа такого, да, дома? У нас в виде мишки, а тут деревце. Ну-ка, сколько у тебя уже рост? Вставай спинкой. Так, голову давай. Ну-ка посмотрим. Ну, кстати, почти правда. Такие повыше, чем здесь. Ну, да. Ты уже какой большой. Пикачу где-то. Что у меня? Говорит, там Пикачу внутри. Нет, уже Пикачу дома оставил. У нас только Бэймакс с собой. Ну, давай. Я пишу папе. Давай, пиши папе. Что пишешь? Пиши. Вот это тетя. Она немножко не в адеквате, у нее уже аж зрачков не видно. Сына. Потерял, что ли? Так вот, я тут все хорошо. А кто больше нравится, Бэймакс или Человек-паук? Человек-паук. Ну, я догадывалась. Значит, когда будет Человек-паук, ты мне Бэймакса вернешь. Угу. Ой. Я придавлю. Идем домой? Да. Ох, будет очередная красота. Смотри, какая там крутая скамейка. Хочу крыльцом, хочу крыльцом. Держи крепко. Помочь тебе чуть-чуть, да? Опа. Оп. Ура! Получилось. Шалость удалась. Заходите. Свет включил, ключи положи. Свет из головой. А, ну конечно же, Бэймакса положим. Так, что, сидим, переодеваемся? Ну, в общем, примерно так мы ходим в магазин вдвоем. Нравится? Угу. Или с папой больше нравится втроем, всей семьей? Да, мне тоже втроем больше нравится. Но вдвоем тоже здорово. Помощник. Ну да, еще потяну у тебя. Дай. Пока так, пробный первый влог. Что там обычно говорится в конце? Ставьте лайки, пишите комментарии, что-нибудь, что положено, делайте. Мы только начинаем это все. Вот это вот все. Всем пока! Всем пока!